С начала февраля по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на базе Республиканской детской многопрофильной больницы открылся и действует первый ковидный госпиталь для юных пациентов. В трехэтажном здании уже размещены 60 коек, еще 35 мест провизорного отделения также могут быть использованы для приема больных. Как организована работа ковид-госпиталя для детей от 0 до 18 лет, выяснял корреспондент Артур Мхце. Пару дней назад этот юный пациент поступил в республиканское медучреждение с положительным тестом на ковид и уже получает здесь необходимое лечение. Подобное на базе республиканской детской многопрофильной больницы стало возможным после открытия ковидного госпиталя, рассчитанного на 60 пациентов. Минздравом Карачаево-Черкесской республики, вице-премьером Гербековой Ириной Джишалной было принято решение открыть ковидный госпиталь на базе детской больницы. Если вдруг госпитализация будет в разы увеличиваться, чтобы дети могли получать лечение именно в детской больнице, где сконцентрированы и педиатры, и инфекционисты, и специалисты, и соответствующая аппаратура, то есть все готово для оказания помощи детям. Специалисты детской больницы ранее имели опыт стационарного лечения ковидных пациентов, но до последнего времени процесс выздоровления под наблюдением медперсонала проходил в инфекционных отделениях. Теперь открылось отдельное здание, в котором соблюдены все необходимые санитарные меры. Войти в красную зону можно лишь в специальном снаряжении. Любая вроде бы незначительная деталь здесь на вес здоровья. Дети поступают к нам с положительными тестами исследования на COVID-19, либо из очага, где кто-то из членов семьи имеет подтвержденный тест. И, конечно же, если имеются жалобы, это на повышение температуры тела, насморк, кашель, одышка, симптомы интоксикации, то есть отказывается от еды, слабость, вялость, может быть рвота, может быть жидкий стул. То есть любое сочетание нескольких симптомов, изменение состояния ребенка, если требует госпитализации, поступают на лечение к нам в отделение. Детский ковидный госпиталь рассчитан на юных пациентов в возрасте от 0 до 18 лет. Младшие, разумеется, находятся под присмотром не только врачей, но и родителей. И хотя сам процесс организован, как и в медучреждении для взрослого населения, некоторые нюансы все же имеются. У нас есть нюансы патологии детского возраста и патологии взрослых пациентов, потому что взрослые пациенты уже имеют определенный багаж, да, так скажем, различных хронических заболеваний, которые могут осложнять течение данного заболевания. Тут наши антибиотики, которые мы делаем внутримышечно, внутривенно. Тут часы наши. Ушные капли, перчатки, маски. Несмотря на то, что госпиталь функционирует всего несколько дней, работа здесь уже, можно сказать, кипит. Одни делают забор крови, другие наблюдают за состоянием пациентов, третьи наводят чистоту, проводя санитарную обработку помещений. Как говорят сами медики, в вопросе пандемии они рассчитывают на оптимистичный прогноз, но готовы к любому развитию событий. Артур Мхце, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия.